Всем привет, мои котятки! Вы на канале Firefoxy, и здесь творят миры. Я хочу снять сегодня такую рубрику, как Random Creature Design, но она, дисклеймер, не моя. Она с канала JillyBat, или как-то так вот. Я здесь вставлю канал и в описании ссылку на канал. Права не мои, права все у Юли. Я захотела просто повторить, сделав свои небольшие изменения. Я буду брать не по 3 бумажки, а по 4. И у меня будет только животные, которые я нашла посредственно в интернете. Там был список, я вот его взяла и, распечатав, сделала бумажки на простой белой принтерной бумаге. Вот. Давайте начнем. Правила игры просты. Я или мои помощники, которых я буду просить, может быть, кошки, может быть, люди, будут выбирать 4 бумажки из этой корзинки с животными разными. И мы будем рисовать смесь этих животных, придумывая им полностью историю, чем они питаются, и какие-то базовые параметры, где бы они могли обитать. Начнем. Давайте посмотрим, что это за бумажки. И будем рисовать. Итак, я расправила все бумажки. И у нас на первый выпуск попалась сипуха, дубонос. Чтобы вам не врать. Гадюка. И гигантозавр. Очень похож на какого-то динозавра, но я лично надеюсь, что это не он. Rolling, there's no time to be wasting, I'd just rather move it along. Couple feet but in different waters, I need space more than orders, I'd just rather move it along. I know how you're feeling, cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. Spewing facts now, I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem hazy. I know that I am getting better.
I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight, you're gonna hear me.